19 часов журналисты телеканала «Провинция Восток» расскажут вам о главных событиях этого четверга. Вот о чем поговорим сегодня. Устюжане советуют местным властям вместо проведения регулярных заседаний КЧС по подготовке к паводку обратиться за помощью к руководству страны. Заболеваемость ОРВИ в Вологодской области снизилась на треть. С начала этой недели после внеплановых каникул продолжили работы школы и учреждения дополнительного образования. Как сейчас складывается ситуация с заболеваемостью ОРВИ в нашем районе, узнавал Юрий Воронин. Великий Устюг не зря называют музеем под открытым небом. Белоснежные храмы мирно соседствуют с домовладениями устюжан. Эти церкви пережили суровое время, период 30-х годов прошлого столетия. Тогда в стране в целом и в нашем городе, в частности, были разрушены многие храмы. Отрадно, что в последнее время церкви, благодаря поддержке государства и неравнодушных прихожан, начинают восстанавливать. Андрей Жилин стал свидетелем знакового момента в процессе возрождения храма Георгия Победоносца. Глава региона поблагодарил депутата Госдумы Марию Кожевникову за помощь в сохранении Вологодского учебно-опытного молочного завода. О мерах по улучшению социального обслуживания говорили сегодня великоустюгские ветераны. С каждым годом ярмарка идей в Великоустюге становится все популярнее. В этом году они приняли участие 125 ребят из всего района. На открытии побывала Евгения Шмякина. Также сегодня в эфире программы «Частный вопрос. Время перемен» и «Гордое имя новатор». Встречаемся, как всегда, ровно в 19 часов.